Провал над пропастью. В минувшую пятницу на мосту через реку Кукшум в Чебоксарском районе появилась полуметровая сквозная дыра. Дорожные рабочие в тот же день срочно приступили к ремонту. Перекрыли яму металлическими листами и залили асфальтом. Ежедневно по участку, соединяющему трассу Вятка и М7, проезжают сотни легковушек и большегрузов. Мост построен чуть более 20 лет назад. Капитальный ремонт этого участка значился в плане, но мост не дождался. Разрушение бетона произошло вследствие чрезмерного намокания из-за разрушения гидравлического мостового полотна. Далее предварительный акт о том, что необходимо, рекомендовали необходимо проведение капитального ремонта всего моста. К сведению отмечу, что у нас по данному мосту, по данной дороге, в принципе, на 2016 год запланированы средства и были запланированы мероприятия по данному направлению, по ремонту мосту. Сейчас трафик на мосту восстановлен, но дорожные специалисты будут отслеживать и состояние моста, и движение транспортных средств. Глава Чувашии Михаил Игнатьев взял этот вопрос под особый контроль.